Дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня мы посмотрим, как на устройстве Hotwire T5 Pro вставить сим-карту или же CD-карту, то есть карту памяти. Что на данном устройстве это проверить, нам будет нужно найти слот. Вот, поднимаем телефон и ищем слот. Вижу справа, где у нас выключение, его нет. Здесь, конечно же, его тоже нет, здесь только защита и камера, наверху есть только слот под наушники. И он у нас, как видим, здесь, в левом верхнем углу, TF SIM Card. Его довольно-таки сложно вытягивать, но мы его вытянем. Ну и теперь берем такую вот иглу, это будет как ключик, и вставляем в эту дырочку, чтобы уже вытянуть данный слот. Он также вытягивается очень сложно, то есть вам, кроме того, что будет нужно данная иголочка, вам будет нужно также и потянуть данный слот иглой вверх, чтобы его вытянуть. Как видим, у нас идет такой слот, где есть сим-карта и одна CD-карта. То есть у нас может быть только одна сим-карта и не больше. На этом все, вставляем назад. Ее вставили, видим такой щелчок, и закрываем теперь данную крышку. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.